Всех приветствую. Сегодня у нас распаковка на канале. Вот. Сразу понятно, что есть крылья для велосипеда. Запакованы, ну так, как обычно. Здесь даже вот дырочки есть. Распакую, покажу крылья. Даже должен быть комплект. Ссылку на него дам обязательно. Задние переведу. Все-таки очень уже надо бывать крылья. Дожди пошли. Итак, что мы имеем? Так, иди крепежи. Так, что у нас здесь? Так. Понятно, вот сюда. Ну да, тут кнопочка, если видно, которая будет регулировать длину крыла. Не регулировать, а держать. Так, ну вот второе. Я первый раз вижу такие крылья. Довольно занятные крепежи у них. Переднее такое странное. Ладно, сейчас я разберусь и вернусь. Все держится. Я прикрепил. Такие у нас крылышки. Не хватает длины крыла, потому что у меня есть багажник. Багажник как раз тоже предотвращает брызги. Ну, еще у меня вот такой вот дождевик. Так, насколько понял, это подседельная держалка. Сюда она пошла. Ну, все, я в принципе разобрался. Вот это под седло стоять. Так, это для переднего крыла тоже так не входит. Сюда крепится маленькими болтиками и гаечками. На вид она очень все прочная. Сейчас я закреплю. Стяжка даже для подседельного держателя есть, чтобы ее затянуть под диаметр подседельного штыря, и все, будет держаться. В принципе, я вот этой покупкой доволен. Сейчас установлю, покажу, как это все будет выглядеть, и дам ссылку в описании.